Это UU-Life, и сегодня мы отправимся в таинственное загадочное путешествие в метафизику. А проще говоря, в тонкий мир духов, призраков, потусторонней силы и нечисти. Что есть причина причин? Каковы истоки истоков? Каковы начало начал? Или почему, когда ломается компьютер, мы первым делом бежим в Дацан или к бабке, думая, что нас сглазили? Все это сегодня мы узнаем у наших горожан. Вперед! Потусторонний мир? Никак нет. А почему? Потому что. Верите в потусторонний мир? Нет. Нет. В силу духов? А, нет. А в призраков? Ну да, чуть-чуть. А сталкивались вы когда-нибудь с подобным? Не знаю, не смогу ответить. А какие? Вы мокрые, от вас пар идет? Конечно, все верим, но мы живем в таком месте, как нам не верить? В потусторонний мир верите? В потусторонний мир? Ну, там все дела, потусторонний, шучу. Ну, я верю в карму, верю в то, что кармические дела происходят во всем мире, и, мне кажется, за этим строго следят другие силы. Вот. Конечно, наверное, что-то существует, просто мы этого не видим. Ага. Но в любом случае ощущаем в такие дни, особенно как сегодня. Надо справедливым быть, надо быть добрым, надо быть так надо жить, чтобы на том жизни в рай попали, да и все. Нет, не верю. Не ходите к шаманам, Дацан? Нет, не ходим. Второй мир? Нет. Нет? Нет. И мне нужно было продать квартиру, я ее удачно продала. Как вы думаете, это связано с шаманом? Конечно, с шаманом я 5 лет не могла продать. Провидцев, там шаманов, таких... Нет. Нет. Потому что, когда мне очень плохо, я обращаюсь к своему покойному отцу, он мне всегда как бы помогает. А верите в то, что Ванга предсказывала будущее? Тоже нет. Ну, не особо. Отойдите, пожалуйста. Я езжу по вахте, и мне помогает и Бог, и Будда помогает. Кстати, Макс, вчера с тобой мы не зря морозились, потому что получили очень много комментариев, но вот самый лучший. Поздравляем вас, подарок от ресторана Яролов ваш. Нет. Ладно. Какая детская. Верите? Верим. Расскажи какую-нибудь историю. Историю? Даже не я знаю. Я скептик, ничего не могу сказать, я не верю. Ну, это ваша точка? Да. Поверить еще. В нашем регионе трудно не верить в это. Если ты не веришь, то тебя заставят поверить. Это точно. Бабушки, дедушки, тетушки. Ты ищете? Да, давайте я вам подскажу. Что ищете? Сагас. Заказ. Согас. Согас. Я и это имела в виду. Сюда. А вы... Да, надо верить в свою структуру. А вы такая красивая, модная. Можно вас что-нибудь спросим? Где куртку купили, хотя бы скажите? 100% верю. Вот товарищ Ленин не верил ни в Бога, ни в черта, ни только в себя и в силу народа. Меня точно уволят. Я верю в коварство женщин. Коварство женщин? А вот, по-моему, вы сейчас очень крепко обняли меня, и мне кажется, мужчины тоже ужас, что творят. Нет, не верю. Ходите к шаманам, к ламам? Нет, они ко мне ходят. А, они ко мне ходят? Да. А вас как зовут? Ласково и нежно. Снимите лицо этого человека ласкового и нежного. Так, вопрос сейчас, секундочку, сейчас я подумаю. Призову высшие силы на помощь. Себя-то верить? Не особо. Так, погодите, а почему? Ну, все же иллюзорно. Иногда бывают такие моменты, что, ну, понимаешь, что, ну, как бы это невозможно. Прям вообще пипец. Да, что прям вообще пипец. Ужас. Ужас. Капец. Не совсем капец. Ну, ладно. Да. Ага. В общем-то и все. Очень хороший диалог у нас случился, да, с вами. Я не знаю, я говорю только по приколу. Странные совпадения происходят. То есть, например, я в телефоне сижу и вижу
какое-то слово, и через несколько секунд слышу, например, с кухни, ну, там, от родителей или от друзей то же самое слово. То есть это уже... Капец! Вот эта история. Да. Ну, собственно, все. Мурашки по коже. Бывает же такое. Да, не выпендривайся, говори, веришь в духов или нет? Нет. Люди рассказывают, что только не рассказывают. Ужас. На крыльях ночи. Да. Ну, наверное, все. Хотите знать, во что верю я? Я верю в честность, доброту, в любовь, в силу семьи, в людей. Не верю в бабаек под кроватью, в призраков, в заброшенных домах. Верю в силу духа, мыслей и действий. Но с ржем перед восходом солнца я делать каждый день начала. А во что верите вы? Пишите свои истории под этим роликом. Самые залайканные комментарии получат приз от наших друзей. Пока!